мыло ОМ. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор пылезащитного респиратора. Пылезащитные респираторы чаще всего используют во время строительства. Однако такая вещь может пригодиться и при изготовлении различной косметической продукции. Например, при работе с щелочами и кислотами, которые очень вредны для верхних дыхательных путей. Респиратор пылезащиты надежно защищает не только дыхательные пути, но и кожу. Кроме того, он просто незаменим для тех, кто страдает от различных аллергических реакций. Люди-аллергики очень восприимчивы ко многим запахам, особенно косметическим. Поэтому при создании косметических средств в домашних условиях обязательно нужно использовать защиту. Благодаря такой вещи вам будет гораздо удобнее работать с различными средствами. Например, мыльной стружкой, порошковыми веществами. Также данная защита может понадобиться при уборке помещений, если вы будете работать с бытовой химией. Стоит отметить тот факт, что по технике безопасности всегда при изготовлении косметической продукции либо при работе с вредными веществами нужно работать с защитным респиратором. Они помогут сохранить здоровье. Особенности респиратора таковы. Изготовлены из качественных материалов, которые безопасны для здоровья. Надежно защищает верхние дыхательные пути, а также кожу от порошковых, щелочных, кислотных и прочих средств. Незаменимы для тех, кто страдает аллергией, но занимается производством домашней косметики. Могут пригодиться во время уборки помещений. Вот такой упаковочке данный респиратор. Вот так вы видите. Все он складывается. Вот такой удобный. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!